Хотя мне больше нравилось, наверное, ну и даже сейчас мне нравится фигурное катание очень сильно, то есть я слежу за фигурным катанием. Элегантная, скромная и женственная. В детстве Даше Солендер нравилось фигурное катание, рассказала спортсменка на встрече с журналистами в агентстве «Северпресс». Покоряет этот вид спорта ее и сейчас. Но свой выбор она сделала в пользу бокса. Наверное, он полностью отражает суть характера северянки. Она умеет держать удар. На ринге Дарья сильная, быстрая и решительная. Продолжает также работать на дистанции Дарья Солендер. Оп, и снова точное попадание. Выбрав, по сути, мужской вид спорта – бокс, девушка ничуть не испугалась синяков от чужих ударов. Бои всегда ведет смело и не уступает своим соперникам. А ссадина на ее лице – большая редкость. В основном их получаешь не на крупных чемпионатах, а на обычных тренировках, рассказывает Даша. На всех соревнованиях ее сопровождают и поддерживают опытные тренеры, благодаря которым она и добилась немалых высот, в том числе первой получив среди коренных жителей Ямала звание мастера спорта России международного класса. Мне тренер рассказывает, что вот есть люди, вот, которые одаренные, вот, в общем, есть когда вот божий дар, он говорит, им надо чуть-чуть тренироваться, вот они будут выигрывать. А есть такие, вот, которым, говорит, надо много тренироваться, говорит. Он говорит, вот тебе надо много тренироваться. Спортивные сборы Даши проходят в различных городах и странах. Будни заполнены до предела. Она едва успевает с одной тренировки на другую. Иногда даже нет времени разобрать сумку, возвращаясь с очередных турниров. А в качестве релакса в свободное время предпочитает просто отоспаться и поговорить по душам с мамой. Мы обо всем разговариваем, то есть иногда даже не люблю слишком много говорить о спорте. Ну вот дома. Еще домой приходишь, наоборот, дома хочется о чем-нибудь другом поговорить. Не знаю. Воспитанница спортивной школы Нового Уренгоя не раз становилась победителем различных соревнований. Дарья Солендер, чемпионка Уральского федерального округа, призер чемпионата России и международных турниров. В копилке этого года еще одно значимое достижение. Она вновь в числе лучших спортсменов округа. Лауреат спортивной славы Ямала. Марина Подгорная, программа «Время Ямала», Салехард.